ЧП произошло сегодня и в Харькове. Утром там прогремел взрыв. Пакет с гранатой неизвестные оставили у входа в супермаркет. В результате пострадали женщина и двухлетний ребенок. Все детали знают мои коллеги. Вначале прогремел взрыв, а потом повалил черный дым. Его заметили полицейские, которые проезжали неподалеку. Грохот услышали и жильцы соседних домов, и продавец овощного киоска. Ну, хлопок, ну, взрыв. Ну, хороший, да, приличный. Да я после хлопка, я думала, что у меня что-то случилось. Я по киоску металась. В клубах дыма на ступеньках аптеки патрульные увидели женщину с ребенком на руках. Она рассказала, что работает здесь уборщицей, а взрыв прогремел после того, как она открыла пакет, лежащий перед входом. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше, подошла к этому пакету. Он был тяжелый, с ее слов. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее с рук, после чего произошел взрыв. И женщину, и двухлетнего внука с травмами отправили в больницу. Ей произведена первичная хирургическая обработка. Палец не ампутировали. На ноге есть небольшие точечные ранения, но... У ребенка ушибленная рана надбровной дуги справа, и было извлечено оттуда инородное тело. По предварительным данным, в пакете была граната. Мы нашли некоторые части, и эксперты считают, что это, возможно, ручная граната направленного действия. Около гранаты находился еще большой подшипник. То есть мы понимаем, что, скорее всего, взрыв был рассчитан на то, чтобы были гораздо большие повреждения. Версию терактов полиции не подтверждают. Уголовное производство открыто по статье «Хулиганство». Говорят, на предыдущем месте работы у собственника аптеки был конфликт. Андрей Кравец, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал «Интер», Харьков.